Я Алиева Сакина, Коксурский район, область ЖТСУ. 12 декабря я вышла на пикет одиночный по поводу неправомерных действий со стороны полиции, прокуратуры, местных органов исполнительной власти. Дело в том, что моего сына привлекли к административной ответственности за то, что было 20 дней назад. Вот смотрите, 12 я выхожу декабря, 13 полиция приходит, и 13 числом они требуют, чтобы он подписал акт. Я им говорю, 20 дней вы в коме были, и еще, исходя из того видео, почему вы не обеспечиваете безопасность жизни и здоровья детей? Там детей много. Неоднократно я обращалась по факту незаконного прогона скота. Это молодых там лошадей, старых лошадей, крупнорогатый скот, мелкорогатый скот. Табуном гонят, даже не смотрят дети в разные стороны. Там буквально школа, через 4 метра детская площадка. Почему мой сын должен каждую пятницу там стоять, дежурить и отгонять этих лошадей? Это нормально? Полиция вся табуном там где-нибудь соберется и стоит около базара, бездействует. Они слепые, они не видели, что лошадей гоном гонят. Сотрудник полиции, этот участковый, вполне так вроде адекватно рассуждает, и он говорит, там же знака нет, а что, мы должны этот знак там устанавливать? За что вы привлекаете к административной ответственности моего сына? За бездействие сотрудников полиции. Это как надо не усмотреть того, о чем я им говорю постоянно. За их бездействие, за их халатность должны привлечь в первую очередь сотрудников полиции. Всех, кто причастен. Это там участковые, начальник полиции и так далее. Сейчас дали нового генерала нам. Я как бы хотела сказать, тоже ни о чем. На мое это видеообращение они должны были среагировать. Они должны были спросить этих полицейских, почему там знака нет? Почему гоняют лошадей? Вы что, когда мой сын сказал, штрафуй меня, но едь и останови того, кто гонит лошадей. Патрульная служба поехала. Ну, кого они арестовали? Кого оштрафовали в тот день? Никого. Это хорошие ребята с Мукров, два брата. А потом там еще такой эпизод был, трактор, где у этого водителя нет никаких документов. И он прицепил вот эти вот арычные лотки, и дети ротозеи маленькие стоят вокруг. Что мой сын должен был делать? Поэтому разберитесь сами с собой.